Наш специальный корреспондент проявил стойкость и мужество. Я возвращаюсь обратно в лес. Охотник, привет! Ты чё припёрся-то? Сейчас сделаем из него человека! Штык, чего это с ним? Его просто тварь покусала. Тварь? Сердце не выдержал. Ну хоть человеком остался. Серёг, что происходит-то? При Союзе еще разрабатывали биоробота для военных целей. Биоробота? Один умник разработку оживил. Есть контакт. Раненый не пойми что хуже зверя. И обычными средствами не берется. У каждого свой лесничий, и у твоего есть противоядие. Штык, ну ебать! Только он засыпает, ты сразу появляешься! Пойдем за противоядием. Если вдруг исчезну, значит штык проснулся. Правда, урод. Давай! Даже так тебя прокачали. Гоголь, понял? Гоголь! Такая вот херня. Водичку будешь? Правильно. Мне больше достанется. Без противояда тебя не уделать. Да и мне пи***т. Вот он где. А я его ищу везде. Давай быстрее эту ха от этой твари! Побежали тогда! Телевизионщик! А? Ты бегать умеешь? Да! А я что-то нет. Думается плохо. Штык сказал, что без противоядия эту тварь не убить. ЗХ 1976 надо. Надо, кто ж спорит. А то после штыка и нам хана. В смысле? И нам хана? Чё это еще такое? Ну? Куда пропал-то? Ветер поменялся. Учусь, сука. По солнцу. Солнце. Штык, откуда здесь железка? Железка и железка. Заброшенная.
Ориентир хороший. Железка. Ориентир хороший. А где тварь-то? А? Стой! Стой, говорю! Что? Что? Куда она пропала? Да она то видимая, то невидимая, но из круга выйти не может! Из круга выйти? А ты как? А я в кругу! Что, по Гоголю что ли, да? По Гоголю! Ну ты красава! Принес? Принес? Давай, кидай! Стой! Ты мне кидай! Не влево, не вправо, а мне, понял, да? Ага, понял. Не как в фильмах, чтобы я полчаса шел. Да? Ага, понял. Так, давай, кидай в руку. Лови. Подожди. Прям в руку. Прям в руку, вот, давай. Ага, готов? Да. Давай. Красавчик. Давай, штык. Везёнчик. Знаешь такое стихотворение? Мой русский дух, не смей погаснуть, не смей покинуть и уснуть. Я верю в правду. Ты да ясно. Уму и сердцу, чтобы не свернуть ни с той дороги, ни с поля боя, что мне намотано судьбой. Я на земле не жду покоя. Я здесь живу, пока живой. Не перебивай. Мой русский дух, не смей угаснуть, той вере в честь не утонуть, что предки заслужили кровью, а мы теряем, подменяя суть. Мой русский дух, лучи сурово, слепых, предавших предков путь. Так бей, пока не встанем гордо, чтоб никому уж не согнуть. Забыл. Мой русский дух, я верю в святость и силу русского ума, что заставляет нашу совесть. Нашу совесть? Быть светлой и рубить с плеча. И с плеча. Рубить за зло, без сожаления. Добившись правды, правды, до конца, до конца, сражаться дерзко, вдохновенно, вдохновенно, за русский дух, как за отца. Давай, штык! Вот это, какая морда страшная, завалил штык, красавчик, как всегда уснул, молодец, уснул, штык, ты что, Серега, ты не можешь умереть так просто, водичка, где водичка, пей, Серега, вставай! Ты не можешь так умереть! Нет! Нет, Серега! Такой стих прочитал! Такой! Ты не можешь, ты даже автора не назвал! Я автор! Что? У тебя с ушами как? Нормально, что? Ты переспрашиваешь! Нормально! Смени трусишки! Да нормально, у меня все с трусишками! А что воняет? Да вон это! Кишки распорол, да? Красавчик! Ну ты меня напугал! Сам в ахере!